По факту обращения гражданки Степановой в МВД по Республике Татарстан с жалобой на якобы неправомерные действия сотрудников полиции во время проведения футбольного матча «Рубин-Спартак» была проведена служебная проверка. В ходе этой служебной проверки все факты, изложенные в заявлении гражданки Степановой, не подтвердились. Действия сотрудников полиции, проводивших досмотр перед футбольным матчем, были признаны правомерными. Сотрудники полиции действовали строго в рамках закона.